Добрый день, уважаемые студенты! Мы продолжаем изучение курса лекций, посвященных этическим и правовым проблемам искусственного интеллекта. На сегодняшней лекции мы рассмотрим этические аспекты доверия к искусственному интеллекту. В рамках настоящей лекции мы рассмотрим понятие доверенного искусственного интеллекта, этические аспекты доверия к искусственному интеллекту, российские и мировые стандарты, связанные с доверенными системами на базе искусственного интеллекта. Одним из стандартов связанных с доверием к системам искусственного интеллекта является ГОСТ 59-276-2020. Система искусственного интеллекта ⁇ способы обеспечения доверия в общее положение. В данном стандарте рассматриваются вопросы обеспечения доверия к системам искусственного интеллекта со стороны потребителей и результатов работы этих систем и при необходимости со стороны организаций, ответственных за регулирование вопросов создания и применения систем на базе искусственного интеллекта. Доверие к системе искусственного интеллекта Рассматривается как аспект уверенности потребителя и при необходимости организации, ответственных за регулирование вопросов создания и применения систем на базе искусственного интеллекта, и иных заинтересованных сторон в том, что система способна выполнять возложенные на нее задачи с требуемым качеством. Доверенная система искусственного интеллекта ⁇ это система, в отношении которой потребитель и при необходимости организации, ответственные за регулирование вопросов создания и применения систем на базе искусственного интеллекта, проявляют доверие. Этика искусственного интеллекта ⁇ это подраздел прикладной этики, в котором основное внимание уделяется этическим вопросам, возникающим при разработке, развертывании и использовании систем на базе искусственного интеллекта. Доверенный искусственный интеллект может улучшить индивидуальное процветание и коллективное благополучие, обеспечивая процветание, создание ценностей и максимизацию благосостояния. Он может способствовать построению справедливого общества, помогая укреплять здоровье и благополучия граждан таким образом, чтобы способствовать равенству в распределении экономических, социальных и политических возможностей. Проверка доверия к системе искусственного интеллекта обеспечивается подтверждением соответствия представительного набора существенных характеристик системы искусственного интеллекта требованиям установленным. Разработчикам системы искусственного интеллекта в том случае, если существует возможность подтверждения соответствия этим требованиям, любой заинтересованной стороной а не только самим разработчикам системы искусственного интеллекта. Такие требования разработчика являются открытыми требованиями, в отличие от внутренних требований, подтверждение соответствия которым может быть выполнено только самим разработчиком системы. Проверка доверия может производиться потребителем системы. Подтверждение соответствия потребительским требованиям осуществляется в процессе испытания системы на базе искусственного интеллекта. Проверка доверия также осуществляется организацией, ответственной за регулирование вопросов создания и применения систем искусственного интеллекта в соответствии с принятыми национальными нормами. Данные требования являются опциональными и, как правило, устанавливаются в том случае, если некорректная работа системы искусственного интеллекта может привести к угрозам безопасности людей, окружающей природной среды, материальных и нематериальных активов. В этом случае подтверждение соответствия требованиям, установленным регулятором, осуществляется в ходе сертификации системы искусственного интеллекта. Процедура подтверждения доверия включает выборы достаточного представительного набора существенных характеристик системы искусственного интеллекта, которая выбрана разработчиком, потребителем и при необходимости организации, ответственной за регулирование вопросов создания и применения систем на базе искусственного интеллекта. Установление требований к представительному набору существенных характеристик системы искусственного интеллекта, открытых требований разработчиков, потребительских требований и при необходимости требований безопасности, установленных организацией, ответственные за регулирование вопросов создания и применения системы искусственного интеллекта. Организацию процедур подтверждения качества системы искусственного интеллекта, то есть подтверждение соответствия представительного набора существенных характеристик системы установленным требованиям и реализацию мероприятий по обеспечению соответствия представительного набора существенных характеристик системы искусственного интеллекта установленным требованиям способов обеспечения доверия. Согласно ГОСТу 9126 к существенным характеристикам систем на базе искусственного интеллекта относят следующее. Первое — это функциональные возможности системы, а именно ее пригодность, ее корректность, то есть правильность, способность к взаимодействию, согласованность и защищенность. Второй важной характеристикой является надежность, в которую входят стабильность, устойчивость к ошибкам и восстанавливаемость. К такой характеристике, как эффективность, систем на базе искусственного интеллекта относят характер изменения во времени и характер изменения ресурсов. К практичности относят понятность, изучаемость и простоту в использовании. Сопровождаемость включает в себя анализируемость, изменяемость, устойчивость и тестируемость. К мобильности системы относят ее адаптируемость, простоту внедрения, соответствие и взаимозаменяемость были выделены основные способы обеспечения доверия к системам искусственного интеллекта на соответствующих стадиях жизненного цикла. С учетом того фактора, который снижает качество системы, вырабатывается способ обеспечения доверия к системам на базе искусственного интеллекта. Например, если в системе присутствует недостаточная полнота выбранного перечня существенных характеристик системы, прикладных характеристик, характеристик безопасности, надежности и так далее, для того, чтобы обеспечить доверие к такой системе, необходимо выбрать представительный набор существенных характеристик системы и соответствующие корректные правила их определения. Если в системе наблюдается статистическая смещенность обучающей выборки, которая способна привести к предвзятости работы системы, то необходимо очистить набор данных различными способами. Если в системе наблюдается недостаточная защищенность информации о модели данных, об использовании в системе искусственного интеллекта, Присутствует недостаточная защищенность обрабатываемых персональных данных, то необходимо для обеспечения доверия к такой системе принять эффективные меры по защите информации на стадии эксплуатации системы. Также выделены способы обеспечения доверия на разных стадиях жизненного цикла системы искусственного интеллекта, например, на стадии создания системы и на стадии эксплуатации системы. Способы обеспечения доверия на стадии создания системы искусственного интеллекта обладают рядом преимуществ. Например, позволяют заблаговременно гарантировать определенные свойства системы, а также гарантируют высокую повторяемость свойств создаваемых систем. Несмотря на данные преимущества, существуют некоторые недостатки. Например, предполагают достаточно полный доступ к процессу создания системы. То есть основная часть требований разработчика должна быть открытой, подлежащей проверке любой заинтересованной стороной, что может быть затруднительно для разработчика системы. Те характеристики, которые показательны для разработчика, могут быть неинформативны для потребителя системы. Характеристики, наблюдаемые на стадии эксплуатации системы на базе искусственного интеллекта, хорошо интерпретируются в терминах потребительских свойств, более понятны потребителю системы. Однако результаты измерения характеристик не всегда могут быть экстраполированы на реальные условия эксплуатации системы. То есть существует проблема представительности результатов тестирования. Способность вызывать доверие может изменяться со временем. Это свойство может быть приобретено и потеряна система искусственного интеллекта на одной из стадий ее жизненного цикла. В связи с этим целесообразно определять контрольные точки, в которых будет осуществляться проверка доверия к системе на базе искусственного интеллекта. Такие контрольные точки можно устанавливать регулярно на протяжении всего жизненного цикла системы на базе искусственного интеллекта. То есть проводить периодический контроль в моменты, когда система искусственного интеллекта используется для принятия решений или в другие моменты.